Всем привет! Так, ребята, мы приехали с Софией с английского. Зашли в магазин. София проголодалась, он ест то пирожки, то блин. Зашли там в магазин, маме скупились. Что мы ей покупали? Лекарства, мясо. Женя сейчас поедет к ней, отвезет, карманы поставит там на москитку, вот это все поменять. А мы купили арбуз. Снова. Тут не раз... опять, а снова. Тут раз был не очень вкусный, хочется очень вкусного. Не знаю, какой на этот раз у нас попадется. Ну, большой. Она мне как цену сказала. Я говорю, ого, сколько много. А он огромнейший арбуз. Арбузы у нас по 33 гривны. Хотя вот тут рядом на улице по 30. Но тот раз Женя брал на улице, мне на вкус арбузы не понравились. Вот такой арбуз. Знаете, как они там лежат в коробках, и кажется, что вот этот маленький. Ну, когда там еще больше есть. А этот сколько? 9 килограмм. 9 килограмм затянул арбуз. Что ты мне куснюхаешь? Хочешь арбуз? А я достала фарш, не знаю, котлет сделаю. У меня куриный фарш, что его раньше не достала. Не знаю, что готовить. Этот вкусный, да? Девочки, этот вкусный очень арбуз. В прошлый раз тут был не ахти, а этот обалденный. Прям сладкий-присладкий. Да? Вкуснючий. Даже София, это вкуснее, чем первый был, да? Сахарная вода. Прям сахарный такой вот арбуз. Классный, вкуснючий. Будем балдеть, да? У меня вопрос. София интересуется, почему есть разные соки, кроме арбузного. Я говорю, я не знаю. А может есть? Mm-mm. Где-то добавляют, бывает там арбузный вкус. Клубника. Арбуз бывает, это редко очень. Арбуз — это тыква. А, ой. А я, девочки, решила, наверное, вот это как готовить. Вот бывает такое, думаешь, что приготовить. Все вот спрашиваешь. Договариваешься, а в итоге готовишь другое. Что вы хотите? Ну, я сказала, хотите? Хочу отбивные. Ну, ты как... готовишь уже какие-то. Это так всегда. Возьми салфетку. Костя. И, наверное, не знаю, сварю гороховый суп. Я думала, сваришь гречки. Я хотела поесть. Время уже почти. 21-го. В общем, сегодня на арбузе. И прям до шкурки сладкий, да? Тот был такой. Не ахти. Ну вот выбираешь, они лежат в коробках. Кажется, что он небольшой. А на весы... Знаете, у меня мама кусок отрезала. Вот такой. На весы взвешиваешь, и дофига. Я думала, гривен 80, она 280. Ну, 33 гривны килограмм, конечно. А тут на улице по 30, я уже говорила вам. Ну, не знаю. Но они невкусные. Но этот раз, мне кажется, и на вид другие были какие-то. Может, ну, я как ты угадаешь? Арбуза. Желтого арбуза. Я никогда не пробовала желтого. А я ела. Вкусный? Ага. Такой же самый, да? Mm-mm. Нет? Вдалеке есть привкус другой. Да ты что? Кто ел желтый арбуз? Приступила я к готовке, девочки. Готовки, лук нарезаю. В общем, немножечко меню поменялось. Суп гороховый отошел на второй план. В общем, суп я не варю. Просто приготовлю котлеты. Сейчас вот лучок понарезаю. Вы мне тут раз писали в комментариях, чтобы... лук не щипил глаза, но он же ж мне першил в горле. Мне не так, как слезы. Вы говорите, надо набирать воду. Девочки, даже если вы сделаете просто не набирая воды, сделайте вот так. Вы так просто делаете, у вас тут чуть-чуть вот так поднимается, и не так тогда вы будете плакать. Так что воду можно не набирать, можно просто делать вот так. И резать. Я снова его режу, лучок. Снова режу лучок. В общем, котлетки у нас будут куриные. Хотела немножко проэкспериментировать. Думаю, вам сниму. А потом решила
Вдруг моим такое не понравится. Ну, я не знаю, может, вы сейчас напишите, и я пожалею, что я не сделала. Я хотела добавить фарш, натертый кабачок. Вот не знаю. Вкусно было бы. Кто так готовил, напишите. Аня сказала: мама, не морочь голову, готовь обычные котлеты. Она: тебе же кабачки некуда деть. Я говорю: ну, мне мама передала, угостила. Я думала, может быть, в котлеты их добавить. Ну, я их, значит, завтра пожарю просто с чесноком. Сегодня хотела купить синенькие, но они мне так не понравились. Ну, какие-то они такие, знаете, ну, такие синенькие такие, баклажанчики, красивые, такие тугие. А то они какие-то, ну, уже вяловатые. А почем, я даже не помню, они были. Я начала выбирать, и я говорю, что-то они не очень. Она мне, там, девушка пыталась выбрать, потом, я говорю, не надо. Делаем вот так. Лайфхак. А правда, не так слезы начинают. Даже воду можно не набирать. А я еще две луковицы начистила. Ну, я так периодически нож мочу. Что вам хотела рассказать? Так, девочки, заказала я напольную вот эту вешалку. Потом придет, вам покажу. Облазила 3 дня. Ну, я ж люблю себе выбирать. Я так выбираю долго, тщательно, читаю все везде. Они там немножечко из разных модификаций, ну, дизайна. Вроде бы все одно и то же. Я подальше. Но немножечко разные. И цены тоже разные. Продают кто как хочет. Ну, в общем, моя придет, я вам покажу, если мне понравится. Кто захочет, дам вам ссылку. Если мне понравится, может, она... Я предупредила, пожалуйста, я говорю, перед отправкой проверьте, все идеально. Я говорю, потому что я буду снимать видео. И это для вашего магазина будет плюс. Если мне понравится, я могу посоветовать своим зрителям. Она говорит, ну, мы перед отправкой обычно проверяем, но вы проверяете на новой почте, ну, как оно дойдет. Мало ли там придет, здесь лоб. Так что мне ее прям не хватает. Вот не хватает, коляски нет, вещи складывать некуда, на стул накидывать не хочется. Вы мне тоже написали в комментариях, что вам тоже бы такое хотелось. Кто-то написал, у кого-то в каждой комнате такая стоит вешалка и очень нравится. Так что... Вот видите, преимущество. Если бы я не ездила в Кременчуг жить, я бы не узнала о такой полке. Она мне вешалке напольная. Она мне в глаза не попадалась. А может, попадалась, а я не обращала на нее внимания. А так, как мы уже ее в действии увидели, что она очень удобная, вот и себе такую захотела. Согласна, если бы у меня было 3 спальни, я бы, наверное, тоже в каждой спальне поставила такую вешалку. Пятницу отправят только. Еще, в общем, ждать долго. Ну, отправят, может, на следующий день и придет. Аня вот отправляла посылки с Харькова, и на следующий день она мне приходила. Так. Лук дорезали. Нормально. Этот раз нормально. Ну, надо делать вот так. Да на заставку сделать фотографию. Такую. Ой, куда? Чеснок тут убегает. Я тут чеснок лупендрю. Ой, зачем я так делаю? У меня же есть очень хорошие девайсы. Девайсы. Где она у меня? Все должно быть под рукой. Ой. Все должно быть под рукой. Да, это на Алиэкспресс, девочки, заказывала. Мне нравится, я довольна. Ну, лук поставлю подальше. Очень удобно мыть. Легче, чем с чеснокодавки. Ну, так чуть-чуть усилия приложить. Обратно миску. И все, и ножичком так раз. Срезала. И все. И следующую. Иди сюда, не убегай. Все, все быстро.
Потом я делаю вот так ножиком, вот это так раз-раз, и под водичку. Это пленку стянула. Сейчас водой промою, и все. Может, вы мне там за кадром, конечно, говорите, что Наташа, добавь кабачок, будет вкусно. Не знаю. Я уже не добавлю, знаете что? Я уже хлеб замочила в молоке. Правда, хлеб не такой, как надо. Но я люблю более такой, чтобы грубого было, по-моему. А он мне еще и свежий. Кусочек не свежий, кусочек свежий. Ну что, я не убрала хлеб, тут лежит у меня. И это этот турецкий. Ну, он такой, знаете, как воздушная булка, как вот вата. Ну, сам, когда он свежий, вот эта хрустящая корочка, он вкусный. Ну, а потом, не знаю. Ну, ладно, как будет, так будет. Как будет, так будет. Что вам еще хотела рассказать? Яблоко натереть. У меня яблоко есть. Мне нравится. Я сейчас почищу яблочко. Мне нравится. Яблоки придают сочность. Ну, такой вкус мне нравится. Яблочко сейчас потрем. Это у меня белый налив. Где моя супертерка? Блинов уже нету, девочки. Блины все уже закончились. Сейчас на вот такую миленькую терочку. Одно добавлю яблочко. Я заметила, чем больше, если больше добавляешь, тогда, когда не их обжариваешь, наверное, вот эта вот сладость немножечко как может пригорать. Одно яблочко. Я раньше и два больших терла. Порядок. О, сколько пюре. Котлеты, как у Аллы Пугачевой. Так у нее три вида мяса. А у меня одна курица. Куриная. Хотя я хотела разморозить кусочек мяса. Но он бы долго размораживался. Морозилку. Читаю комментарии, там видео каких. Ну, девчонок смотрю. Девочки уже на зиму начинают заморозки делать. Девчонки, я ничего не делаю. Вот так вот укроп купила тогда чуть-чуть, подзаморозила и все. Ничего не замораживаю, потому что, ну, боюсь, вдруг у нас не будет света. И что мне с той заморозкой? Она вся потечет. Вот абрикосок наморозила. Ну, это такое можно достать и пожевать, даже засушить. А если, ну, зелень я наморожу, оно потом будет квашня. Ничего в этом году не морозим. Будем смотреть по ситуации. Многие спрашивают, будем ли мы выезжать. Девочки. Не могу сказать. Могу сейчас вам сказать нет. Я не хочу никуда выезжать. Пока есть. Ну, пока. Ну, будем смотреть по обстановке и по ситуации, как оно будет. Вода есть, и свет есть, на улице жара. Никто пока никуда не хочет ехать. Все дома. Так. Кто там? О, телефончик мой бедный. Уже бедный. Я хочу, вот что я. Я забываю уже третье или четвертое видео. Обращаясь именно к Жанетте. Жанетта. Вот. Хотела вас поблагодарить. Мне Анечка все передала, то, что вы нам прислали. Спасибо вам огромное. Вот я вам комментарий написала, не знаю, читали вы его, не читали. Ну, и все время, думаю, видео сняла, думаю, блин, забыла. Спасибо вам огромное. Вы поняли, о чем я. Очень приятно было.
Так, хлеб у меня, девочки, не весь еще раскис. Ладно, пусть он еще поплавает. Замочила в молоке булку эту, плавает. Все, фарш готов, постоял немножко, сейчас буду жарить. Думаю, пока масло нагреется, почитаю ваши комментарии. За Микуську спрашиваете, нравится лежак? Вот я вам показываю. Ну так сделаю. Нравится, очень даже нравится. Очень. Скажу, привет, скажу. Тебя там все так любят, Микуська. Всем так-то нравишься. Нравится тебе лизачок? Скажу, мам, очень нравится. Я скажу, так как развалюсь, как принцесса. Как принцесса, скажу, вам всем привет, скажу, привет. И можем сказать так, тём, носиком, тём, скажу, вам всем, Микуська передает привет. Да, Микусик? Он скажет, мам, я вообще-то сплю, что ты ко мне пристала? Скажи, что ты ко мне пристала, мамулька? Ну, скажи, мне хорошо тут, девочки. Я оценила лежачок. Хорошо. Хорошо, хорошо. Я буду готовить, девочки. Буду жарить. Жарить, парить, шкварить. Арбуз обалденный. Мы уже такую часть съели с Софией. Так, все. Надо начинать это все подставлять подальше. Подальше. Так. Фарш немножечко такой, да, ну не сильно и редкий. Обычно я руками формирую. А этот раз, что я молока много в хлеб добавила и еще вылила ту юшечку. И он такой немного, ну, он уже постоял, не сильно и жидкий. А ложкой выкладываю. Удобно. Главное, чтобы не поразваливались. Ну вроде ничего, держится. Пробую котлеты, такие добрые. Ну а что тут кабачок надо? Вкуснючее. Ну для пробы, конечно, можно приготовить. Так, девочки, а мне мама передала, ну я вам говорю, кабачки, передала творог. Хочу ж приготовить вот эту вкусную галетку. Но я хочу именно с этой голубикой. До завтра пойти в магазин, и там где овощи продают. Ну что-то я сегодня там не видела. Надо купить. А если я ее тут не куплю, придется ехать на рынок на Даманский за ней. Но до этого, сколько я ходила, она все время продавалась. Дай бог, чтобы завтра была. Завтра с вами приготовим. Прям, Аня сказала, так вкусно. Я сделаю. Только она говорит, она так быстро съедается. Я говорю, ну порции, пропорции сами маленькие. Я говорю, если сделать больше. Она говорит, ну то, что там раскатала, потом закрываешь бока, ну заворачиваешь. Ну ладно. Завтра с вами, если я куплю, приготовим. Угу. Котлетки смачны. Я поставила гречку варить. В общем, у нас будет гречка и котлеты. Ну, помидоры, там, огурцы, салатик можно сделать такой, ну, типа на ужин. Вот так. Вкусно-вкусно, котлетки. Я ж соскучилась за ними. Микуся. Микуся говорит, оф, мама, а что ты кусала вкусненько? Ну, тебе челка, что она в ту сторону не торчит, а торчит? Ну, пусть будет на бок, каусом. Вот так должно быть. Ну иди-ка, маме. Жарко, Микуська, на ручках. Я не сделаю, она сюда. Ну торчи туда, да, хвостик. Что ты сюда торчишь? Скажи, мама, и торчит как хочет. А что ты, скажи, вкусненько сделано такое? Ну признавайся. Я буду лучше. Обнимусь и буду спать. Вот уже подружка моя. Еще одна подружка. Одна в Харькове там подружка бегает. Бегает, подружайка наша. Камилуська. Вот вы вдвоем бы почудили. Вы вдвоем на пару чудите. Все, у меня ужин готов.
общем, кашка гречневая. Я уже поела. Софийка сейчас ест. Да, Софик? Угу. Вкусненько тебе. Конечно. Любимая гречневая размазня. Да? Да? Кушать с домашними. У меня помидорки домашние. И это прибежала. Хвысюнька. А Женя приехал, был дедравлю с тюдзиной. Мне передали домашних помидорчиков, огурчиков. Вкусный. И... Да, вкусные домашние помидоры. Угу. Классные, угу. Да? Ам его. Угу. Вкусненький. Микуське мяско отварила. Сегодня снова говядину не купила. Такое, такая говядина была не очень. Что-то не понравилось мне. О, жарко, девочки. Когда не готовишь, не жарко. Как наготовишь, сразу жарко. Все, тогда пошла себя приводить в порядок. С вами на сегодня попрощаюсь. Всем мирного неба на земле. Да? Настолько, что я гэхнула. Я ж подпрыгнула. Ладно. Все. Всего вам хорошего. Все. Пока-пока.